Здравствуйте, дорогие мои близнецы! Это ваш астрологический прогноз на период с 5 по 6 ноября 2023 года. Луна будет в вашем третьем доме гороскопа, в доме обучения и общения. В эти дни хорошо сесть за учебники, пройти какие-либо курсы и повысить свою квалификацию. Информация, полученная в эти два дня, будет запоминаться достаточно легко. Также возможны короткие поездки за город, на дачу или же в командировку. Подписание важных бумаг или переговоры с людьми, которые занимаются торговлей. Эти дни также подходят для общения с братьями и сестрами, посидеть в приятной обстановке и пообщаться. Если вы затеяли ремонт автомобиля или покупку транспортного средства, то эти два дня идеально для этого подходят. Проявляйте свои интеллектуальные способности, близнецы. Если вы что-то знаете, то обязательно поделитесь с людьми своими знаниями. Дорогие мои близнецы, я желаю вам удачи, любви и крепкого здоровья. Надеюсь, у вас обязательно все получится. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро.